Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы сегодня начнем проходить Trial Evolution Gold Edition. Вы скажете, ты что, ебанулся совсем? Мы же его начинали. Нет, блять, все сохранения удалились. Почему? Потому что я купил лицуху в Стиме, и я никак не смог вкрячить старые свои сохранения с пиратки. Они несовместимы. Тут что-то связано с облачным сохранением. Игра сохраняется в двух аж, скажем так, местах. И плюс третье идет облачное сохранение. Не знаю, как это вообще возможно ли, перенести сохранение с пиратки на лицуху в данной версии. Потому что с большинством игр это прокатывает. Ну, здесь, видите, не прокатило. Значит, у нас есть 30 минут. 30 минут для того, чтобы начать и показывать класс в игре. У меня теперь нормальный ник. Именно такой, какой есть в Ubisoft. Fox Mulder Rus. А это кто такой, блядь? Не знаю, кто это такой. Ладно. Шучу, конечно. Это очень хороший человек. Так, гонки. Металлоград, мать его. И что мы тут видим? Что все нахрен закрыто. Давайте-ка мы сейчас сдадим по Бырику экзамен. Может быть, серию сегодня подольше даже сделаю. Потому что... Почему, блядь, мне зеленый мотоцикл? Ладно, хуй с ним, зеленый будет пока. 125-очка. По поводу управления, я, кстати, еще ничего не настраивал. Наверное, придется настроить. Так, газ, тормоз. Газ, да, надо будет настраивать управление. Что? Надо будет настраивать управление. Я хочу... Да заебало, блядь. Я хочу сразу сказать. У меня пиратка работала немного кривовато в начале при загрузке даже игры. А лицуха работает. У меня был в начале вылет некий из игры. Игра сворачивалась, почему-то не знаю, блядь. Достижения даже есть какие-то. Нет проблем. Ничего себе. Ничего себе, бляха. Но достижения именно юплеевские. Не знаю почему. Мне почему-то захотелось эту игру в коллекцию себе. Она стоит нехило даже со скидосом сейчас. Но... Почему нет? Почему нет? Прочь простого. Сейчас мы сделаем парочку настроечек. Да, я, пожалуй, задержу немного серию. Сделаем не 30 минут, а 40. Страдать тут... Так, это что такое? Это ебало водителя нашего? Страдать тут особо негде. О, в очках будет. Что? Это деньги стоят? 12 тысяч. Блять. Цвета. Все цвета мы сейчас сделаем черные. А что я сделал черные? Части. А это что? А, шлем тоже черный будет. Мотоциклы. Цвет. Что это такое тут? Боковые панели. А, изменить цвет. Все в черный. Как было в предыдущий раз. А как нам цвет-то поменять? Подожди. Топливный бак. Боковые панели. Крышка рамы. А я не могу ее открыть там. Как... А, погоди, что я туплю-то нахуй? Ой, блядь, затупок нахуй. Рама. Все есть черное. Цвет сейчас меняем весь черный. Тут поменяли, тут сейчас поменяем. Как все было? То есть сделаем все как было. На самом деле я вот нисколько не жалею, что мы начнем сначала. Ну, начали, хуй бы с ним. Ничего страшного нету в этом, абсолютно. А почему у нас бак-то зеленый, блядь? А, бак-то потому что зеленый я вообще не покрасил, вот почему. Все, нормально. Игруха классная. В игруху можно играть часами прям напролет. Так, стоп. Это что тут такое? Это тоже цвет, что ли, можно менять? А, рама. Маятник. А сиденье есть? Я бы вот сиденье еще поменял бы, да и хуй бы с ним. Мотор сейчас покрасим. Мотор тоже черный. Зачерним, блядь. Как на BMW, блядь. О, сиденье тут можно сделать. Так. Ну-ка нахуй. Сиденье, все. Прям черным-черно все у нас стало. Отлично. Все, сейчас начинаем. Сейчас начинаем гонку. А у нас наш, этот самый, какой нахуй. А, ебаный рот. Этот нахуй пуховик, блять, надо. Ох, нихуя, 12. Сука, откуда такие деньги, блять?
Откуда такие деньги? Сейчас мы покрасим все, блядь, чтобы он нормально хоть выглядел, блядь. Так. А перчаток у меня? Перчатки есть. Все. Сейчас, ребят, начинаем. Я... Все, отлично. Тут, блядь, нельзя вот применить ко всему. Я бы все сделал бы черным, как хуя, мать, все. Так, гонки. Гонки. Металлоград, мать. Ах, блядь, я вообще управление полез менять-то как бы. А где это делается? Это делается, наверное, где-то... Достижение. Справка и параметры. Тут, что ли, блядь? Управление. Управление. Гейпад 1. Отклониться назад. Отклониться назад. Так. А что такое? Как мне сделать-то? Применить. Ага. Хуй я знаю. Так, кнопка. А как мне сделать? Да, гейпад. Не надо нам гейпад 2. Кнопка А. Газ, тормоз. Спрыгнуть, блядь. Вернуться. Кнопка А. Газ, блядь. А, ну, собственно, газ-то ладно, нормально. Пусть тут будет. А как мне переделать-то, блядь? Я не могу переделать кнопки, что ли? Какого хуя? Действие 1, действие 2. Начать гонку заново. Бэк. Ну-ка нахуй, сейчас попробую. Игровой процесс. Что тут в игровом процессе можем сделать? Вибрация. Метрические системы. Все, сохранили. Видео, блядь. Видео у нас на максимум. Высокая. Улучшенные эффекты. Почему у нас выключено? Низкое. Почему у нас улучшенные эффекты, блядь? Применить. Все, применили. Оконный режим выключен. Я потратил 7 минут на эту хуйню. Ну ладно, а что, блядь? Сейчас все идем. Все, идем играть. Идем катать. Гонки. Металлоград. И проще простого. Экзамен. Первый экзамен. Горные хребты. Первая трасса. Черный мотоцикл. Черный. В черном, точнее. Наш белый пилот, блядь. Да, слушай, тут и так все работает, как бы. По настроечкам-то. Ох, твою мать, какой у нас поганенький мотоцикл, я бы вам сказал. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже непривычно, блин, на таком ездить-то. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Давно мы на нем не ездили. Надо признать. Я не скучал по нему. Скорее бы добраться до того красача. Может быть, почаще серии выпускать тоже как бы можно. Личный рекорд. Идет сохранение. Получили золотую медаль, ну, естественно. Во, теперь у вас достижения выскакивают нормально. И у меня тоже, естественно, тоже. Их можно прочитать, и они понятны. Золото, мать ее. Выставка десанта, начинающий. Поехали, быстренько мы все делаем. Быстренько мы все проходим. И... А вот эта вот кнопка, интересно, что означает? Так, погоди, а это что? А, это возврат на трассу, что ли? Что, ебану? Погоди, а как нахуй? Да, так надо будет переделать. Ну, хуй с ним, я сейчас сервис запишу, а потом переделаю кнопки. Потому что это не дело, блядь. Это не дело так играть. У меня потому что возврат на трассу это Б. А, Б это последней контрольной точке. А у меня был возврат на трассу раньше на Y, по-моему. Или на Select ли, блядь. Сука, я уже забыл, блядь. Но ничего. Он вообще не едет, этот мотоцикл. Новый личный рекорд. 29 секунд. Все, бомбы полетели, отлично. Бомбы полетели, нас распиздошило. И мы продолжаем гонку. Да, возможно, может быть, кто-то из вас тоже пытался перенести сохранение с пиратки на лицуху. Если у кого-то это получилось, кто будет смотреть, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Как? Как вы это сделали? Я минут 40 сидел, блядь. И все-таки вычитал, что вроде как нельзя. Ну, вычитал, но оно и понятно. Тут действительно что-то, какой-то косяк именно с облачными сохранениями. Я перенес, знаете, что я смог перенести? Я смог перенести вот свой ник, как бы профиль смог перенести. Бляха.
я смог перенести профиль свой старый, там где было написано Молде. Но не смог перенести именно результаты, именно прохождение как бы наше. И не знаю, как это сделать, честно вам скажу, всю голову сломал. Так, нихера. И непонятно, твою мать, почему? Дурацкий мотоцикл, блядь. Дурацкий мотоцикл. Ну-ка нахуй. Хуяк, отлично просто. Который нихера не едет, не разгоняется. Он маломощный. Хотя 125-й двухтактный, блядь. Мотоцикл-то, мотор имеется в виду двухтактный, естественно. Не вот уж какой мощный. Вот 450, блядь. Это уже что-то. Или хотя бы 250 двухтактный. Это да. Новый личный рекорд, все обрушилось. Золотая медаль получена. Может быть, две серии подряд пиздануть? А почему нет? Почему нет? Ну, побыстрее, чтобы приблизиться хотя бы вот к тому моему результату. Доминатор склонов. Поезжайте вниз с дюн. Сейчас поедем. Поехали. Все бегом делаем. Все делаем быстро. Вначале мозги проебали много. Сейчас нам непозволительно расслаблять булки. Все. Хуяк. И полетели вниз. Правда, недалеко, но... Но все-таки. Так, склон приземления было не очень удачным. Но 125-ка жгет, отжигает. Твою мать. Опять как-то хреновенько получилось. Хреновенько. Ничего страшного. Мне пару кнопок буквально бы переделать. И все, на самом деле, с управлением. Так-то нормально. Все привычно. Правда, тормоз на Иксе, блядь. Золотая медаль. Опубликовать в YouTube нам не надо. Результаты. Результаты. Вот. Вот еще бы кто бы из моих знакомых, друзей купил бы эту игру. Было бы любопытно посоревноваться именно во времени. С тем человеком. Но у меня друзей... В Uplay, ну, именно которых я знаю, естественно. Только один. Это Zero X. И ему привет. Так. Что-то, блядь, подергивается у нас изображение. Это я даже вижу здесь. А тех, кого я не знаю, друзья, я не добавляю. Не вижу абсолютно никакого смысла в этом. Как у некоторых там 500, блядь, друзей смотришь. Ты хоть, блядь, знаешь хоть одного из них, ёбаный рот. Не понимаю таких людей. Оба, 32 900. Динь, достижение получено. А вам не видно? Вам не видно достижений. Ну, какие-то видны, какие-то не видны. Хуй знает, как это работает, блядь, на самом деле. Не знаю. 100% есть экзамены права категории... Медаль, которым... Не понял. Арена навыков. А, погоди. Гонки, подожди. Склад у нас же еще есть. У нас же тут можно пройти несколько гонок. Поехали. Начинающий. Опасность, второе имя. Взрывоопасная прогулка по минному полю. Это по нам. Ну-ка, сейчас посмотрим, что тут, блядь, за минное поле. Я уж забыл все тоже. Интересно еще такой момент. Будет ли игра подлагивать на записи? Ну хотя, наверное, будет, блядь. Это связано не с игрой. Не с игрой, а с, именно с ОБС. ОБС так хуево стал захватывать. Я вообще не знаю, что с ним делать. Видали, блядь? Вот это трюк, нахуй. На золото? Блядь, как серебро? Стоп. Серебро нас не устраивает. Серебро нам нахуй не надо. Мы сейчас там газик сбросим. Мы сейчас сбросим газик, и все пойдет как по маслу. Так. Вот тут вот газик. Раз, сбросили, и поехали дальше. И чего получили? И получили золото, естественно. Идем дальше.
Здравствуй, мир! По кочкам, по ровной дорожке. Где вы тут ровную дорожку увидели хоть одну? Покажите мне, пожалуйста, господа разработчики. Газ. Оп, я вот на газ нажимаю на... Они вот эти вот РТ, блядь, не могу нахуй я на этих ебучих курках газовать ни в одной игре. Привык по старинке, блядь. Привык по старинке играю на крестике, блядь, на крестовине. Газ нажимаю в гонках. На... нет, пизжу, на крестик я так-то нажимаю. Да, ну сейчас просто на управление не переделанное. Я обязательно разберусь, как это сделать. Вам надо сдать экзамен на права категории С, чтобы разблокировать больше событий. Это отлично. Категория С, погодите, давайте мы сразу сейчас перейдем. Сдадим на права. А где сдавать на права-то, блядь? А там можно, интересно было? Хуй его знает. Так, пиранья, 250 кубов, это уже посерьезней аппарат. 254-тактный, судя по звуку. Посмотрим, на что он способен. Да, ну, блядь, вот это вот заебывает. Торможение перед... Ой, бляха. Все, я помню. Хуяк? Нет, не помню. Опа, почему рылом-то я уехал? Ну ладно тебе, хорош. О, отлично. Идеально просто. Так, хуяк, отлично, просто охуительно. Сюда. Ну, знаю. У меня, правда, не сюда получилось. Нет, не получилось в этот раз. Ну вот сейчас получилось. Все, что ли, сдали? А то. Разблокировал новый мотоцикл. Пиранья. А тут 4 категории прав, что ли, как я понимаю, да? 4D это нам дадут. Ой, D. Там B, наверное, пойдем, потом пойдет. D нахуй. B это на... Тоже на красач, а вот А-категория, это, по-моему, как раз будет реальный мотоцикл, на котором мы уже с вами катались. Спокуха, мы там не прошли еще гараж. Быстренько, мои мотоциклы, мои мотопедки. Цвет. Как, блядь, цвет-то поменять? Вот, все, этот сразу меняется, блядь. Или не сразу? Нет, сразу. Сразу меняется. Все, общий прям. А, вот тут как общий-то можно красить. Эх, блять, вот твою же мать. Общий цвет-то покраски всего есть. Смотрите, блять, не надо тут по частям выебываться. Просто покрасили и все. А я мозги съебал. Ну ладно, бывает. Да, мозгоеб. Начинающий. И крушение. Все вокруг разваливается. Но тебя ведь это не остановит. Ни в коем случае, ни в коем разе. Берем это. И газим. С максимальной скоростью. Хопа. Вот это уже что-то, блядь, похожее на мотоцикл. Конечно, тоже нихера не едет, но все-таки пошустрее маленько. Все разваливается. Все тут... Ну, я, кстати... Не загорелся даже. Че? Я даже не посмотрел. Не успел посмотреть, что там с ним случится. Дальше играем. Играем дальше. Покатился по наклонной. Порой самое большое испытание — это спуск. Да ладно, пиздеть-то, блядь. Ох, там какая-то трасса будет, которую я, кстати, не прошел. Где там, в какой-то пещере, что ли, или где ли? Ох, там заебищная будет трасса. Попробуем на лицухе пройти ее. Мы обязаны это сделать. На золото. Смотри, как шустро едет, блин. Ой. Тише. Нормально. Хорошо идем. Отлично просто. Эх, бляха. Ой, бля. На переднее колесо чуть было не приземлился. Ну и че? Ну и все. Это быстро. Золото. 25 секунд. Да, было бы действительно любопытно с кем-нибудь посоревноваться. Так что, если кто-то, мои друзья, мои знакомые, которых я знаю, смотрите,
Приобретайте игрушку, не пожалеете. Будем вместе играть и чмырить, блядь, друг друга. А, блядь, ты просрал по времени. Я шучу, конечно. Ну, я не шучу, конечно. Обычные кочки. Казалось бы, просто, но расслабляться не стоит. Поехали. Кто может, конечно, себе позволить. Я ее купил за 330 рублей, аж, бляха. Я, кстати, не играл, по-моему, в следующей части этой игрушки. А их, насколько я знаю, есть еще... Ну, две-то точно. Или, может быть, даже три. Богатым-то стану. Куплю и остальные. Бо! Получили золото. Угу. И еще такая просьба. Я пересматривать не могу свои записанные серии. Посмотрите повнимательнее, кто будет смотреть. Будет ли подлагивать? Меня вот это вот интересует. Сурки атакуют. Как помните там в предыдущих сериях? Нормально-нормальное видео идет. Раз, что-то начинает маленько подлагивать, блядь. Сурки атакуют. Какое чудесное утро. И если... Нормально все, или если бы если хреново, напишите хоть там что-нибудь, черканите, чтобы я знал. Может быть, это какая-то, блядь, несовместимость с хуй знает, с чем-то, блядь. С пиратским чем-то, не знаю, не могу сказать. Бляха, ты что ты делаешь-то? Головой пизданулся очень сильно. На самом деле удар-то был. Ну и самое-то главное, не сдох поначалу. Сдох уже потом. Ай-яй-яй. Сука, я думал, на переднем заедем сейчас. Нет, не заехали. Не заехали, к сожалению. Но ничего, сейчас заедем. Ох, твою же идти. Ну, сука, ну почему? Ну, не надо так делать-то. Ну, чувак, блядь, прекращай. Приземляться тут как-то поаккуратнее надо, может быть. На приземлении очень много почему-то скорости теряем. Так, спокойно. О, есть, прошли. Так, заехали. Чуть вниз. Ну, бляха, муха, ну я тут метр не доехал. Ну, твою же мать, ну почему? 1 метр не доехал. Интересно, а тут вместе как-то можно играть? По сети там или еще что-нибудь как-нибудь? О-о-о! Ха-ха, шлем спас! Шлем спас! Вот это вот действительно было идеально. Я маленько задел башкой. Но не сдох, надо признать. Сдох только сейчас. Сдох только сейчас. Дальше. Едем дальше. 100%. А что там? Еще опять не разблокировалось новое событие. Как? В Металлограде, может, что-то есть новое? Да, слушайте, есть. Раздуем огонь. Ну что ж, раздуем так раздуем. Нефтяной кризис. Осторожно, не наберите песка в ботинки. В трусы, главное, не наберите, блядь. А то яйца натрете, блядь. Так. Ай. Ох, самолеты пошли. Это в каком-то Ираке, наверное, происходит действие. Миротворческие американские войска бомбят миротворческими бомбами Ирак, дабы пиздануть у них побольше нефти. Так, заезжаем, Блин, нахер я нажал вперед-то, ёб твою мать. Газ бы лучше маленько сбросить и все. Но нет, я нажал вперед какого-то хуя. Ах, твою мать, вот чуть было фиаски не произошло. Но не в этот раз, скажу я вам. Не в этот раз, он уже финиш не вижу. Ох, твою ж мать. Какое нахуй серебро, вы чё, блядь? Что? А чё, почему серебро-то?
А надо за сколько? За минуту 51. Ничего себе, ну подожди, как это? Как это вообще в принципе возможно? Не понимаю, ну ладно. Как-то побыстрее надо просто ехать и все. Не тупить особо нигде. А где я там затупил? Я вроде и не тупил нигде. Просто ехал и ехал. Вот сейчас чуть побыстрее, конечно, получается, но... Не идеально, я бы сказал. Эх, бляха! Ох, чуть было... Опять же, не упали. Так, ладно, ладно, ладно. Здесь, что ли, мы что-то тупанули? А, да-да-да, мы тут как раз, наверное, вот секунду и потеряли. Я здесь неправильно маленько сыграл, бляха-муха, твою же мать, как раз была отыграна секунда. Та самая заветная секундочка. Ну ладно. Как бы. О, уже побыстрее херачил. А что ты тут не доехал? Как-то. Как-то я тут не долетел даже. Так. Едем, 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 едем. Мы. Раздавать всем пизды. Так, хорошо приземлился. Главное, аккуратненько. Нет, блять, ну сука, ну почему? Ну, блин, приходится назад отклоняться, чтобы не ёбнуться. Сейчас, кстати, достаточно долго. Долго я проехал на заднем колесе, на полном газу. Не дрочил, как говорится, ручкой газа, а просто нажал, выкрутил, точнее, газ на полную и попёр. И в таком положении проехал несколько метров, а может быть даже десятков метров. Там как-то нам надо поаккуратнее приземлиться, блядь. Воу, вот это хорошо получилось. Блядь, а вот это плохо. А вот это плохо. Началось. Горение жопы. Но нет еще, не совсем. Ну, так. Дымится, блядь. Дымится начинает потихоньку. Потихоньку, постепенно. Блять, на некоторых участках вот выигрываем во времени, на некоторых проигрываем. Ну, по сравнению с предыдущим разом. Так. Так, есть. Газим, 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 газим. Ну ладно, тут подтупили немножко, но ладно. Как бы. Отлично просто. Вот это прошли идеально. Вот это идеальней не придумаешь. Минута 200 тысячных. И чего там? Золото? Чего там? Чего там, блядь? Золото? Чего там? Золотище. Закатная пора. Нет времени любоваться закатом, когда вас ждет гонка. Но нет времени, так поехали. Че ж тут? Раз нет времени-то. Вот это вот, кстати, такая... Сложненькая вроде трасса. Что-то тут как-то надо высчитать где-то приземление, что ли, или я что-то путаю. Нет, это она и есть. Она и есть. Но такого специалиста, как я, не может остановить какая-то трасса. Скиллуха-то все-таки подросла у меня в этой игрушке. Хоть чуть-чуть, блядь, по сравнению с тем, что было в начале. Так, подпрыгнули. Газим. О, хорошо. Хорошо. А, вот тут что ли, блядь? Или где ли? Хер знает, короче. Не помню. А, вот здесь, наверное. Что-то мы там тупили. Я помню, когда проходили. Вот эту трассу. Но сейчас нет, смотрите, прошли. Да какое нахуй серебро-то, блядь? Вы что, ебанули что совсем? Как серебро? Почему? 46 секунд. Я быстрее пули летел сейчас. Ну, подожди. Повторим. Я, по-моему, ее на другом красоче проходил. Или проходить пришлось ли мне на другом. Вот на более мощном, который. Что-то, блядь, как раз я тоже по времени не успевал. Или чего ли? Так, 200 тысячных выиграли. 200-500 тысячных. Ага. Мы сейчас достаточно удачно пролетели вот... концовку трассы. Не, ну давайте я на этом мотоцикле пройду. Я не хочу
на красоте проходить на следующем. Не хочу возвращаться к данной трассе. Вот здесь, конечно, медленно получается. Медленно мы едем. Но медленно, но верно, блядь, как говорится, блядь. Ну и чё, блядь. Ну, личный рекорд. Но я же все равно на серебро прошел, правильно? Сука. Ладно. Тогда мы пропустим эту трассу. Пока что удар. Работники разошлись. Пора создать, точнее, линию езды. Линию езды мы сейчас создадим. Значит, мы с вами, когда выберем, точнее, сдадим на права на следующее, вернемся сюда. Не будем тупить на одной трассе. Нам надо побыстрее все-таки пройти к моему предыдущему результату. К моему предыдущему достижению, я бы сказал. На, нахуй. А что, смотрите, он как тут тормозит, блядь, вначале странно. Непонятно. Непонятно почему, не знаю. Так. Это где это я? Бляха-муха. Спокойствие. Башку прижал. Ты вовремя, дядя. Ну нет, 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 я упал. Я упал вниз, авария произошла на ваших глазах. Он здесь вот когда на доску заезжает, что-то как-то странновато он на нее заезжает. Как будто игра, блядь, тормозится. Не знаю, как это объяснить даже. Так. Хорошо. На трубу, блядь, опять что ли не заехать? Да ебаный ты, ах, сука. А тут, кстати, мог заехать. На трубу опять не заехать. Да вот, как слово-мо какое-то получается, блядь. Не знаю из-за чего. Ну ладно, нам-то и до пизды на самом деле. Нам до пизды. Вот здесь главная башка. Вот здесь главной башкой мы не ёбнулись. Ох, нихера себе, блядь. Еле-еле. Еле-еле-еле. Заползли, я бы даже сказал. Так, и финиш. Ну-ка. Да сука, опять серебро. Опять, мать его, серебро. Подожди, ну-ка заново начнем. Ну-ка я себя назад нажму. И картина не поменялась. Он все равно как-то тут заторможенно едет. Но если бы мы вот на трубе не тупанули, точнее не так вот затормозили, возможно, даже бы мы и прошли. На золото? Ёб твою мать. Как так получилось? Непонятно. Непонятно. Разогнался, блин, как-то я так слишком сильно. О, тут слишком медленно, да? На, нахуй. Вот не прошел, блядь, с первого раза. Все, на, будешь ебаться, блядь, час целый. Но ничего, у нас время как бы есть. Время у нас еще есть. Немножко, правда, но совсем чуточку. Сейчас, сейчас, сейчас. Попробуем мы все-таки тут все заебашить, пройти. Головой пизданулся, но не сдох. Не сдох от удара, твою же мать. Не сдох от удара-то. И это заебись. Что не сдох-то я от удара. Спокойно. Да ну нахуй. Да как так? Ты даже, блин, корпусом задел. Должен помереть 5 раз. А не подох. Как это тоже работает? Пока мне непонятно. Погодите, давайте-ка мы тут газик сбросим. Отлично получилось. Просто идеально. А вот сейчас хуёво. А, сука, сраная труба, блядь. Говённая труба, блядь, на которую я не могу запрыгнуть. Уж с этим мостиком-то все идеально прошли. Газик сбросили чуть-чуть. Тут все получилось. Так, ну-ка нахуй. Во, вот так и надо. Так, спокуха. Ага. Ну да, конечно, тоже не идеал, я бы сказал. Далеко не идеал. Но, наверное, побыстрее все-таки, чем в прошлый раз. Да, новый личный рекорд. И чего? И нихуя. Опять нам не дали золотую медаль. Эх ты, я на всего 100 тысячных не прокатил. Ну и хуй с ним. Ну и дальше я пойду. Не будем зацикливаться на одной трассе. Пройдем. Пройдем с первого раза, когда дадут следующий мотоцикл. Нам важны, медали. 40 медалей у нас сейчас есть.
и новая трасса. Вот на этой трассе, я помню, лагало, блядь, сильно, да. Вертуха там летит, да? Ай, бляха, да. Понятно, понятно. Газ сбросим. Хуяк, отлично. И здесь сейчас мы просрем. Почему? Потому что я не долечу. Бух. Все, пошел на корм рыбам, да. На корм рыбам, блядь. Так, здесь, ага. Тактический сброс газа произошел на ваших глазах, господа и дамы. Слушай, ну вот даже на запись я смотрю, она сейчас не лагает. Хуй знает почему. Что, блядь? Какого хуя? Я на тормоз хотел нажать. Ёб твою мать, тут тормоз-то у нас переделан же. Ой, блин. А я припарил. Начали заново, считай. Там же у нас, по-моему, платформа-то вверх поднимается. Я хотел на тормоз нажать, чтобы остановиться, блядь. Нажал на сброс, блядь. Ёбаный рот. Так, стоять. А чё ты не едешь-то? Мне при... На, нахуй. Понятно. Понятно. Так, я тут должен до асфальта, да я. Ой, блядь, как медленно тут получилось-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Но ничего-ничего, летим-летим. Пока еще летим. Спокойно, не надо падать. Хорошо. Правда, не очень хорошо, но все-таки. Давай, сразу запрыгивай. Тормоз, 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 жмем. И газим. Да хера, тут времени, конечно, теряешь на вот этой штуке, блядь. На этом подъемнике. Подъемнике. Подъемник. Летим. Я даже не долетаю. Блин, вот следующий красавчик бы дали, долетал бы 100%. Ну и что тут? Золото, блядь. Да ладно. Надежда мотокросса. Полученное достижение. А в Стиме, кстати, на нее нет никаких достижений. Надежда мотокросса, блядь. Умирает последний, блядь. Будьте осторожны, не упадите. Прыжки с обрыва. Прыжки с обрыва. Сейчас, блядь, я вам покажу тут прыжки с обрыва. Козлы, блядь. Соперники имеются в виду. Так. Сейчас, сейчас. Бля, нет, смотри-ка, не упал. Не упал. Спокойно. Да ну как, твою мать, так-то, а? Закувыркался, блядь, тут же. Закувыркался. Спокуха, нормально, хорошо приземлились. Здесь. Ну тоже неплохо будем считать. Тут. Шикарно. Здесь. Хуяк. Ой, блин. Приземлился вообще неудачно. Бляха-муха, что за хуйня тут случилось сейчас на ваших глазах? Не знаю. Я не могу это объяснить даже. Не знаю. Что-то пошло не так нынче. Так. Тут даже скорости не особо много потеряли. Начал кувыркаться и хуй знает почему так приземлился странно. Раз. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего-ничего, летим-летим дальше. А вот здесь вот может быть опасно. Опа, газик, газик вовремя нажал, как я газик-то. Золото, естественно. Я, ну, сейчас выжду паузу, блядь. Когда заднее колесо будет приземляться, я выжму газ, выкручу точнее. Капюшон. Давайте еще одну трассу пройдем. Капюшон. Эх ты. Темновато как-то будет, товарищи. Разработчики. О, какая луна, блин. Я что-то, видать, не замечал, что ли, на прошлом прохождении. Или все-таки я упомянул ее тоже. Луна шикарно нарисована. Так, хорошо. Кстати, мне написали в комментариях, не помню уж под какой серией, под предыдущей, что ли, блядь. Или под какой ли? Когда проходишь всю игру, будут добавлены еще платиновые медали. То есть, надо будет еще проехаться на платину. Ах, бляха, я там
на сложном уровне-то, на золото-то не везде приезжал уже. А на платину, блядь. А на платину я даже не знаю. Не, ну мы же сможем, конечно. Конечно же сможем. И платину добьем. Ну, рекорд, золото, все отлично. Ну что ж, вот на сегодняшнем, на этом моменте мы закончим на сегодня. Продолжим в следующей серии. Я, наверное, сейчас сразу две запишу, чтобы все-таки, я уж повторюсь, приблизиться к нашему тому результату. Побыстрее хочется. А в целом, я ни грамма не пожалел, что начал сначала игрушку. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, всем пока.